Сначала я не понимал, насколько это было серьезно. Но, как оказалось, в итоге я потерял свою ногу. Мне сказали, что я больше не смогу ездить на мотоцикле. Я был в шоке, не мог поверить. Потом решил поучаствовать в мотокроссе British Masters в классе любителей. Я прошел все серии, целое лето. Выиграл в каждой серии, за исключением одной. То есть в итоге 5, что тоже неплохо. Всего где-то 40 участников, поэтому 5 очков – это хорошо. Прежде всего меня поразила гармоничность и естественность движений Тима. Ему не приходилось компенсировать отсутствие ноги. У него была опора, когда он в ней нуждался, и он двигался так, как хотел. Я думаю, этому способствовали геометрические параметры модуля, его плавные формы. Такая геометрия позволяет Тиму передвигаться так, как он хочет. Он не чувствует себя в чем-то ограниченным из-за железа на своем теле. Он ведет себя естественно. Мне нравится KX-06. Если бы он не был таким плавным, гибким, естественным и таким быстрым, я бы не смог стоять прямо, поворачиваться и так далее. Я пользуюсь им каждый день все время. Вторым источником стабильности данного модуля является так называемая гидравлическая система контроля фаз переноса и опоры. Усилие, прикладываемое человеком, чтобы разогнуть ногу, дезактивирует высокое сопротивление гидравлической системы, что в данной конструкции достигается меньшими усилиями. При меньших усилиях достигается наибольший эффект, в связи с чем они могут совершать гораздо больше действий. Какое усилие прикладываешь, такое тебе и возвращается. Если большое усилие, то большое и возвращается. Мне это нравится. Это позволяет его контролировать, вместо того, чтобы он контролировал меня. Модуль KX-06 именно так работает. Первые коленные модули были либо слишком негибкими, либо неустойчивыми, когда не опираешься на них. В этом даже при переносе веса чувствуется упругость. Когда едешь на байке, например, большая часть веса на левой ноге, но какой-то вес есть и на правой ноге, особенно когда тормозишь. И колено играет важную роль в этом процессе. Или, например, когда готовишься к прыжку, то как бы толкаешь себя в прыжок обоими коленями вперед. А когда ты заходишь на прыжок, ты как бы поворачиваешься, а выходя из прыжка, выкручиваешь байк назад, распрямляешься, и тут колени отходят тоже назад. Когда мою байк, то хорошенько мою и протез. Надо бы купить стиральную машину, и все, готов к следующему заезду. Когда приходится заменить колесо или масло, можно встать на колено, присесть. И оно так правильно сгибается на одном уровне с другой ногой. Не чувствуешь, что одна сторона выше другой. Это клево.